Теперь расскажу вам, из-за чего я только что очень сильно нанервничалась. Как вы знаете, мы должны были делать сегодня Льву паспорт за грант, чтобы через 3 месяца улететь. Так вот, мы вызвали паспортный центр сюда домой к нам, чтобы они приехали. Мы не были предупреждены о том, что у них есть всего 2 функции. Это сфотографировать на месте в вагоне, в фургончике таком, либо же отсканировать фотографию. Соответственно, Лев спал. Я его немножко разбудила, в фургончике было очень душно, жарко, он так нанервничался, так наплакал, что спустя 10 минут попыток сделать ему фотографию стоя, я сказала: нет, все, мы это все закрываем, мы не будем делать никакую фотку, потому что у меня, как у мамы, начало просто разбиваться сердце из-за того, что он потный, жарко, душно, такое сумбурное все было. Я его нормально, спокойно сфотографировала за 2 минуты, лежа на диване. У них просто нет такой функции, как бы, чтобы что они могут зайти домой и сфотографировать лежа, потому что у них фотоаппарат прикреплен к компьютеру, они не могут их разъединить. Поэтому я его за 2 минутки тут сфоткала. Просто нужно будет пойти в фото какой-то центр, напечатать на белом фоне, распечатать это все, и, соответственно, они заново приедут и отскакивают. Как только ты что-то такое рассказываешь, сразу налетают мамы и начинают мне рассказывать, как мне быть с моим ребенком, как его воспитывать и так далее. Значит, отвечаю на все ваши вопросы, почему и как так можно. Потому что мы так решили, бронируем мы все сейчас, а не через 3 месяца. Поэтому Льву нужен загранпаспорт, чтобы оформить все билеты и документы на отель.